Пока вот такая грязь, шум, гам. Привет, друзья. Извиняюсь, что стали реже снимать ролики, но всегда с удовольствием снимаем море. Но, впрочем, 3 дня назад были, там ветер такой, так оно лежит несверстанное. Потому что занялись ремонтом, хотели строить новый дом, но в итоге не могли найти подходящего участка. А решили остаться здесь. Мы живем практически в центре станицы, газ у нас есть, соседи у нас хорошие. Вот. И взялись ремонтировать наш дом. Вот мне 62 года, а дому нашему 60. Соответственно, конечно, представлялось это более легким, но поскольку дом старый и стены у него вот 60 сантиметров, сложен он из бутового камня, стоит только тронуть, и оно понеслось. Вылазит одно, другое, третье. Но отчаяние меня еще не постигает, как бывало в деревне Елыкаево, когда я строил дом, конечно, там иногда я думал, боже мой, когда же это все закончится-то? Вот. Но там было труднее, там я брал кредиты и ремонтировал после работы, выходные, там все делал. Ну, худо-бедно оно все, значит, продвигается, какие-то рельефы вырисовываются. Но стоит закончить один этап, он задевает другой этап, вылазит там то, другое, третье. Не знаю даже. Оксана только вселяет в меня оптимизм, что это обязательно случится. Потому что целиком проект только в ее голове. Я тут просто исполнитель. Стройка в самом начале. Пока что разрушение. Уже в середине. В середине разрушений. Прорубили окно. Из кухни в бывшую Фоксову комнату. Там сняли пол. Разрушили полностью вот этот простенок. Под окном закрыт он только картоном. Дима доравнивает проем. Здесь справа у нас будет дверь, а левую сторону окна заложим. И будет проход в большую комнату. Сейчас она маленькая, но вот слева стеночка. Вот эта вот фанерная стеночка, сделанная предыдущими хозяевами. Мы ее снесем, и будет, как была изначально, большая спальная комната. А со стороны этой большой спальни, вот она дверь, которая позднее будет заложена. Вот так выглядит комната изнутри. Ну, вот эта стеночка будет убрана. Значит, вот эта дверь будет заложена. И вот та дверь будет заложена. Здесь у нас сейчас маленькая детская комната. Так, маленькая, пока что рассадная комната. Соответственно, вот эту вот фанерную стеночку мы сносим. И будет большая спальня, одна вместо двух небольших комнат. Вот в старом доме, которому 60 лет, такой толщины стены, наружные, по крайней мере, 60 сантиметров. И до подоконника было заложено, как называется, бутовый камень. Да. Огромными валунами, короче. Труба отопления. Отопление все будем переваривать. Сегодня 26 апреля. 4 недели прошло с начала ремонта. Простенок под окном разрушен полностью, просто картоном прикрыт. И сегодня Дима снял окно.
До этого долбил внутри, в закрытом помещении. Теперь грязь по всей квартире полетит. Ну что, 4 недели. Последний раз-то было 13 апреля. Тут что-то подметал уже все. Угу. Сегодня 26-е, то есть... Мы с перерывами работаем. 2 недели-то сплошняком. Да и там тоже отвлекались на эти. Да, быстро у нас не получится, это точно. Следующий этап будет, в ближайшие дни будем снимать трубы отопления старые и делать новую систему отопления. А, нет, следующим этапом не новую систему отопления будем делать, а вот здесь делать дверь и стену вместо окна, да? Ну, примерно одновременно. Зависит от того, что специалист придет по батареям, и надо будет подготовить и делать. То есть можно это бросить и тем заняться. Угу. Все так вот. Точно. Сами мы не будем батареи переваривать. Позволяет тут нам самое главное закрыть от кошек и все. Да, вот такая у нас временная разруха. Тем приятнее будет потом смотреть на ремонт, на красоту. Спасибо, друзья, что посмотрели этот ролик. Небольшой кусочек показали. Ну, Оксана обязуется, что добросовестно будет снимать дальше, больше, глубже. Всего доброго, пока-пока.